Это новый выпуск по Clash Royale, и я нахожусь на Твинке, и сегодня прокачаю еще одну карту на один уровень выше. И скоро у меня уже колода будет фул, и цель проекта практически, ну, наполовину уже будет достигнута. Мне осталось прокачать реально все карты на один уровень. Ну, только зап уже доступен на максимальный, все остальное по одному уровню. Сегодня прокачаю последнюю, наверное, карту, недостающую на 7 левел. Ну вот, я могу прокачать торнадо, но я торнадо пока не хочу прокачивать, потому что я хочу сохранить, ну, очень хочу сохранить уровень башни короля. И, я так понимаю, 10 мне уровня не избежать, это 100%. Но хочу, чтобы 10 это был уже максимум. 10 левел с 8 эпиками, это реально будет круто. Короче, с вас лайк, подписка. А с меня в скором времени будет еще очень крутое открытие сундуков. Значит, у меня на балансе 40 тысяч гемов. В сундуке фортуны есть у меня темный принц, есть мега миньон. Но я пока не хочу, блин, не знаю, сливать гемы на... Я говорил, что преждевременно хочу прокачать голема, либо темного принца на 8 уровень. А потом уже дракончика, потом уже темного принца и так далее. Поэтому ждем голема, ждем темного, ой, обычного принца, и будет открытие сундуков. Значит, сейчас прокачаем голема на 7 уровень, после этого откроем сундук эпический и клановый сундук, возможно, будет лего. Ну что, ребят, 50 тысяч золота мы сливаем, и голем становится 7 уровня. Блин, реально крутая карта, реально мощная. Теперь буду тащить однозначно. Значит, в этом сезоне я уже говорил, но еще раз повторю, что 4600 это будет минимум. Но хочу взять 4900 на этом аккаунте, постараться. Итак, наверное, начнем с открытия эпического сундука. Давайте попробуем вытащить голема, либо, ну, какую-то любую карту из моей колоды. Но, к сожалению, это очень редкое событие, что с моей колоды что-то выпадет, так как даже с сундука фортуны очень редко падают, точнее не очень редко, но реже, чем обычно, падают те карты, которые у меня в колоде, потому что они прокачаны лучше всех, поэтому такая тема. Теперь давайте откроем клановый сундук быстренько и пойдем в глобал, посмотрим, на что способен голем 7 уровня. Хотя я знаю, на что он способен, но на твинке-то я еще не играл, поэтому хочу, что у нас тут в клане, я давно не стримил. Ох, пацаны, 4 места, такое редко бывает, что в моем клане есть места, поэтому залетайте. Ну что, поехали. Так, надеюсь, меня слышно хорошо, возможно, даже лучше, чем хорошо. Так, отлично. У меня есть сборчик в начале. Хорошо, и 12 уровень против меня. Хотя на твинке это нормально, 12 уровень. Это для основы слабо, а для твинка это очень даже хорошо. Так, 9 рарки тоже пока нормально. Хорошо, не страшно. Так, что же это будет? Давайте темного принца сюда зальем. Опа, 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 оча. Я не увидел шахтера. Меня подлаг... Да, тут у меня будут проблемы, ребята. Подлагивает интернет. Так, давайте здесь выбросим дракончика. Так, готовим зап. Давайте... Ах, рано, рано зап. Ну ничего, ведьму мы уничтожили. Ведьму мы уничтожили. Как думаете, принцессу уничтожать или не надо? Нет, я мегамухой убью принцессу. Так, ну смотрите, какой урон. Отличный. Так, здесь ставим сборщик. Готовим торнадо, если будет шахтер. Пока шахтера не вижу, поэтому выбрасываю мегамуху и снова готовлю торнадо. Потому что шахтер, я думаю, рано или поздно все равно прилетит. Так, окей. Запускаем вот сюда вот так. И вот так торнадо. Оп, отлично. Самое главное вовремя среагировать. Правда, ой, блин, а что так получилось-то плохо? Эх, шахтера-то не перетянул на главное здание, поэтому беда, друзья, беда. Ладно, поставим сейчас, короче, еще один сборщик эликсира, а хотя седьмую ведьму надо уничтожить. Так, сейчас принц, короче, она принца уничтожит в соло, мне интересно. Она ему не даст подойти, а нет. Угу. Элитная варвара. Ну давайте здесь темного принца. Так. Сейчас с помощью торнадо попытаемся, хотя нет, торнадо не будем использовать. Отличный так, задефали. Все, ставим голема на левую башню. И будем сейчас носить на трешку. Посмотрим, голем 7 уровня. Должен реально затащить. Так, ну тут мега миньон. Тут изи деф. Так, дальше. Пошел принц. А что, темного принца нету? Пошел дракон. Так. Ох, прикольный шахтер со стороны соперника. Так. Готовим сейчас торнадо. Готовим сейчас торнадо. Используем его. Ах ты, блин, выбросил принцессу.
далеко, далеко выбросил. Так, ставим еще одного голема, чтобы накопить очень крутую атаку и забрать его на трешку. Так, смотрите, сейчас может быть неожиданный поворот событий, и он может выбросить элитных варваров на трешку. Поэтому надо быть очень крайне осторожным и словить их. Так. Ну, вроде пока не планируется, так понял, элитных варваров. Но у меня, в принципе, торнадо есть. Хотя вот сейчас я буду вынужден торнадо потратить. Вау, там еще и молния, и только он, по-моему, не попал по остальным юнитам. Голема зацепила, и все. Ну, в принципе, изи трешка. Слушайте, ну да, да, тут уже колода мощная, не поспоришь. Седьмые эпики, конечно, жесть. Но цель, ребята, цель восьмые эпики, вы же это знаете. Только когда я достигну восьмых эпиков и возьму 5000 кубков, я не знаю, что делать дальше. Играть на аккаунте или разыграть его среди вас. Ребята, я забыл... А, нет, мы открыли клановый, да, сундук? А, его и не было здесь. Лол. Это на основе у меня клановый сундук. Так, ну что, первая победа есть. Значит, смотрите, следующий ролик будет, где я прокачиваю зап. Я говорил, что после каждой прокачки карт я буду стараться брать плюс 100 кубков. Поэтому сегодня мы одну каточку сыграли, еще две сейчас нужно выиграть. И следующий выпуск, где я прокачиваю зап, и нам нужно тоже плюс 100 кубков сделать. Потом, ребята, скоро будут стримы по роялю. Потом мы будем на стриме апать с вами 4600. Мы будем катать с вами гранды. И скоро будет еще открытие. Поэтому, блин, обязательно на колокольчик нажимайте. Прям обязательно. Ставим с бочки эликсира. Отличный цикл в начале. Противник смеется, плачет. Не знаю, быстро меняется у него настроение. Наверное, он не знает, какая у него прокачка. Думает, а, девятый... Сейчас мне реально грустно стало. Ну, ладно. А, так, тут у нас... вот так, во. Конечно, по ходу принца мы потеряем. Скорее всего. А давайте зап. Давайте использовать зап. Поставим сейчас еще один сборщик эликсира. Начало, конечно, не задалось. Ну, прям вообще там нереально было. Я не знаю. Прям 11 гигант, пацаны, без шансов. И ставим, короче, сборщик. Я очень сильно надеюсь на то, что он сейчас не будет ничего выпускать. Ай, да, пацаны, жесть. Так, давайте обычного. Тихо-тихо. Переагрил? Ну же, переагрил или нет? Да, переагрил. Да блин, ну нет, ну больно. Я проиграл, нет, тут я проиграл однозначно. Да блин, моя вышка вообще не вывозит, вы посмотрите. Она не вывозит, пацаны. Да, тут, короче, я проиграл. Но она не вывозит вообще. Хорошая игра. Да, парень, короче, не зря угорал с меня вначале, потому что мои девятые вышки вообще... Прям вообще не вывозят. А ну... 4600 рекорд. 11 рарки. Ладно, ладно. Что-то я переоценил возможности... Свои. Поставил сборщик и как-то... Да ну нафиг, так как-то жестко, как будто у меня первый уровень. Ну ладно. Едем дальше. Так, темный принц. Поехали. Тут прокачка меня не затащила, очень жаль. Так. Принцесска. Ее мы уничтожили. Мне кажется, это спеллбейт. Мне кажется, это спеллбейт. Блин, не туда принца выкинул. Так, а что же будет дальше? Ага. Ставим, короче, вот так вот, смотрите. Сборщик. 13-й зап будет убивать 12-х гоблинов, поэтому... Ах ты ж, блин, да, я думал, надеялся, точнее, не думал, надеялся, что ракеты не будет. Сейчас будет банда гоблинов. Можно запнуть, потому что там будет фуловый принц. И ему нечем дефать. А принц там сделает пару тык и нанесет больше урона практически... Да, больше урона, чем он бочкой. Опаньки, Валентин. Спеллбейт, значит, мне интересно, спеллбейт с торнадо или с ракетой? Выбрасываем мега-миньона с краю карты. Там у нас принцесса. Сразу видно, что неопытный игрок с пеллбейтом, так как принцессу не выбрасываю. Давайте побыстрее так. Уничтожим всех. Хорошо. Не выбрасывает принцессу по той же стороне, где ее тачат. Ох, сейчас он пропустил принца очень, очень зря. Так, снесли башню. Забрасываем... принца слева еще одного. Завис интернет. Повезло, отлагал. Так. Тут дракон спасает ситуацию. Конечно, очень тяжело всем, но мы как-то выкручиваемся и дефаемся. Да, тяжело башни мои. Ну а как по-другому надо?
Ну, 10 уровнем, когда я буду, блин, вообще будет, мне кажется, очень легко. О, сейчас он зря инферно поставил. Так, дудец снесет. Вот смотрите, вот моя башня, наверное, не выдержит. Раз, два, три. Три тычки. Три тычки сделал мистер дудец. Ну, в принципе, ракета на сборщик, да? Да. Все понятно. Все понятно. Так, тут мегамуха. Мегамуху сливаем. Пошел обычный принц, пошел темный принц. А, дальше. Ой, стоп. Я дракона выпустил, а не обычного и темного принца. Так, тут мы сейчас запнем. Зап. Так, тут торнадо. Ах ты ж, блин. А вы посмотрите, может, короче, сейчас что-то и пойти не по плану. Да нет, вроде урон пошел, пошел. Выбросил, короче, ракету на деф, парень. Так. Это меня не очень радует. Тут так, тут дракон. Оу, сейчас будет у меня очень, очень потная деф-атака. Так, деф-атака, очень потный деф. О, отлично, он слил, короче, инферно, поэтому ставим голема. И надо сейчас... А ну, в принципе, все, инферно нет, я думаю, мы изи снесем. Так, пошел у нас принц. Здесь у нас мегамуха. Торнадо сливать пока не хочу. Так, отлично. Торнадо только для гоблинской бочки оставляем. Фух, блин, а он выбросил гоблинскую бочку так, что с торнадо, ну, было очень трудно гоблина вытащить. Поэтому мне повезло, что голем забрал справа башню. Ну что, осталась нам, в принципе, последняя каточка, да. Хотя мы уже провели 3 онлайн-атаки, но одну же проиграли, нужно отыграть ее, пацаны. Поехали, 11 уровень подбирается. Хорошо. Так. Ну что, ставим сборщик. Сначала отличная. Лава против нас. Так, 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 нужно подумать. Нужно подумать. Интересно, с шахтером или с шариком? С шахтером или с шариком? Так. Выбросим обычного принца. Так, ждем. Что там еще? А, с шариком. Значит, мегамуху только на шарик. Тут у нас торнадо. Ох, смотрите, просто какое торнадо идеальное, вообще шикарное. Хорошо, что я вначале мегамуху не слил. Пригодилось, видите, шарик задефал и, в принципе, все задефал. Можно подкинуть еще, посмотрите, принца, и будет жесткая контратака. И он армию скелетов слил, 3 миньонов слил, вот это он банду осталось ему, да, показать мне. И все, смотрите, принц, мегамуха сейчас просто, смотрите, просто разорвали башню. Вроде бы на лоу хп, но башни, от башни ничего не осталось. Ставим второй сборщик. Ставим второй сборщик и дальше смотрим, что будет делать противник. Если он пойдет справа, а мне не важно, я пойду слева, я пойду на трешку, потому что даже если он и пойдет справа, я его снесу быстрее слева. Тут уже реально даже не надо думать. Я, если он пойдет слева, для меня даже еще лучше. Ну, тут у него уже шансов просто нет, ребят. У меня 2 сборщика, а он, и, короче, это понял и не сопротивляется, смотрите. Не, идеально было торнадо, мы забрали и армии скелетов, и 3 миньонов. Да, парень понял, что у него нет шансов. Отличная игра, пожелаем ему удачи, без сарказма, серьезно. Реально ему желаем удачи и побольше побед. Ну, а мы продвигаемся дальше по кубкам. Значит, мы сегодня взяли с вами практически 4200, но опять-таки пока не погоня за кубками, так как у нас рекорд уже имеется 4300. Но до конца сезона еще очень много времени. Блин, 28 дней, а мы уже почти на 4300. Ну как, 4200, да? Но, друзья, однозначно, однозначно на твинке до конца сезона 4900 должно у нас быть. Короче, подписываемся, ждите новые выпуски, открытие сундуков, много еще чего будет. Ставьте лайки, я вас жду на своих стримах. Желаю вам удачи, не болейте, всего хорошего и до новых встреч. Всем, друзья, пока, скоро увидимся.